Валера, фиксирую этого гражданина. В парке административным кодексом запрещено распивать спиртные напитки. Почему вы нарушаете общественный порядок? Почему нарушаете? А вы видели мое распитие? Да. У вас открытый алкоголь при себе находится. Открытый алкоголь при себе находится. Распитый и давным-давно. Документы ваши, будьте добры. Документов нет, утеряны. Справочку, пожалуйста, об утере. Никаких нету. Граждане утверждают, что вы распивали. Бутылочка открытая, да? Вам придется проследовать с нами в отдел полиции для составления административного протокола. Ну, я отказываюсь. Тогда к вам будет применена физическая сила. Убери руки от камеры. Что ты делаешь? Отойди. Какие руки? Вы сами уберите камеру. На метр отойди. Сам отойди. Вот он сам лезет, товарищ сержант. Только что было совершен налет. Все, пройдемте. Я пойду с вами, но с условием того, что он будет тоже задержан. В отделе вы тоже напишите заявление. Это ваше право.